Мы в Генгорке. Наконец-то. Да, мы наконец-то приехали в Генгорку. Сейчас зайдем в магазинчик, купим там что-нибудь попить, покушать. Вот супермаркет Green. Покажем цены. Здравствуйте. Черное мороженое не хочешь? Не хочу. Смотри. Вот такой супермаркет Green. Посмотрим. Лузи папа Демоли. Какие цены здесь? О, какие макарошки. Водичечка. 24,70 яйцо. Спроты. Мука. Цены вообще не сильно отличаются. Майонез 17. Цена, в общем, такая же, как и везде. Чуть-чуть мы идем ищем, что себе купить. Вот так, хлебушек 9. Сметана 16. Пиво Зиддер 27,20. Какой-то оболон светлый. Так, черниговская светлая. 30 гривен. Старопрамы. Львовская 24 гривны. В общем, цены как везде. Папа, де море это? Называется папа, де море? По-итальянски. Папа, де море? За анекдот, знаешь, не? Сыночек, где море? Не сыночек. Не сыночек, папа, де море? Папа, де море? Де? Он. Где море? Вот, время стекло. Сегодня... А, сегодня время стекло? Это же не 21 или 22? Не знаю. Ну, папа де море, зашли, мы вот идем на море, на пляж. Наконец-то мы в Генгорке. А де море? А вот там. А что это было? Нет, что? Ну и что тут? Не знаю. И тут-то что сюда не пускают на велосипеде, зачем? Странно как-то, блин. Ничего нет, слышишь? Какая-то, не понял, аллейка, блин. Да? А чего не пустили? Не знаю, что не пустили. Тут 2 метра ехать, блин. Дизлайк вам. Да. Смотри, аллейка, какая-то дорога, кстати, для дорога-то, для катания на машинах, правильно? Так тем более, здесь нет курортных домиков. Какие-то фонарики, блин, стало, да? Или нет? Или как? А что мне за кулек делал? Продукты. Позоришь меня, это уже сколько. Ну ладно, давай ты меня, я тебя попозорю, что я иду, а мужик идет с камерой, а я с сумками. Ну и что? Мне не стыдно вообще. Интересно. А есть будешь это? Нет. Помидоров. Давай. Я понесу по-другому. Так, что здесь за развлекухи? Ну, так себе, да, короче. Ну, честно, мы хотели сравнить с тобой это с экспрессом, да? Да. Ну, что нам? Мы даже ничего не говорить не будем. Мы сами все видим. Пока я думаю, я не знаю, есть ли что-то еще крутое. Какие еще есть крутые? Мне все говорили, зайдите, сразу думали. Не, ну может где-то куда-то надо зайти. Куда-то в сторону надо, в глубину. Вот тебе обед 100 гривен, нужен гость. А так куда? А, это что? Вот столовая, вот кинотеатр. Вон, вот тебе весь все папа. Обед 100, ужин 80. Что дальше? Не знаю. Есть еще, пишите в комментариях, какие крутые пансионаты есть на Арбатской стрелке. Ну вот, кроме как экспресс, мы знаем, мы были. Сокол, мы знаем, крутой вроде бы, но мы еще там не были. Ну, еще где? Вот мы говорили по Папа де море. Ну вот мы идем сейчас. Сами делайте выводы. Круто здесь, не круто, я не знаю. Пока я не понимаю, что нас не пустили на велосипедах сюда проехать, да, мимо. Мы проскочили, никто нас и не заметил. Теперь на них у меня, может, мимо сюда отношения. Да, теперь предвзятое. Я просто не могу понять, почему меня не пустили, когда вот здесь какой-то домик стоит. И больше ничего мы не встретили, да, по дороге. Ну, может, чтобы людей не позбивать, чтобы дети могли. Что это такое? Что? А что американскую башню повесил? А что это? Испугался я. Ты тоже испугался? Вот. Офигеть. Идем, идем, тут что-то голос заговорил. Я подумал, он у меня изнутри какой-то. Ладно.
выходим к морю. О, что-то за вышка. Хочешь подняться посмотреть? Давай. Поднимешься? Или я? Можешь подняться аккуратно только, смотри, там нету стены. Что там видно, посмотри. Это спасательно или что? Не знаю. Главное не упасть. Я тоже поднимусь. Ты хочешь еще упасть? Не, я же аккуратно. О, берегу острова отсюда видно. А что здесь видишь? Ни хрена здесь не видно. Я не понял, зачем она здесь стоит. Ну, короче, вы все сами видите. Пошли. Идем мы на пляжик. Сан-Марина. Ого. У меня такое, наверное, чувство, что мы переходим к крымско-российскому границу. Тебе так не кажется? Ну, типа, наверное. Ну, ладно, но я не переходила ее, поэтому не знаю. Смотри, тополиный пук. Жара июль же. Или... Жара июль. Да, идем. Выходишь такой. И вот такой пляжик. Папа де Море. Он тут заканчивается. Это вот. А, это мы шли как бы не по центру, да. Мы шли по какому-то краю, наверное. Так. Хотя нет, что там... Шезлонг с 8 до 13.50 гривен, с 13 до 18.50 гривен. С 8 утра до 6 часов вечера 100 гривен. Бунгало с 8 до 18 200 гривен. А может туда пойдем? А вещи я же с собой буду носить, я должен положить вам. Говорит, мы найдем. Иди сюда. Я говорю, пошли покажем. Да, я снимаю уже. Тысь. Мы бьем горки. Вот пляж. Мы, наверное, пойдем сейчас с тобой туда походим. Да, вот там где-то. Побродим. Смотрите, что здесь творится. Смотрите, сколько здесь медуз. Их повыбрасывало на берег. Смотри, какая мель. Здесь, в общем, мельче, чем генически. Ну, как генически. Мельче. Мельче. Смотрите. Лед какой-то лежит. Посмотрите. Всегда на берегу. Капец, смотрите, сколько медуз. Мы, кстати... Офигеть. Да, весь это берег, смотри. Сейчас. Да, это надо пофоткать сейчас. А? Так, в общем, многие вы писали, разверните что тему происходит? И подойдите, найдите людей с собачками. Ну, люди стесняются, они хотят, но вот буквально мы познакомились, не познакомились, заговорились, это тоже двоерка, и мы спросили, как, нашли жилье, не нашли жилье, сразу, не сразу, все говорят, надо договариваться. Так, знаешь, о чем, какая тема, это как да. Повезет. Как повезет. Мы же тоже находим, сколько лет уже, 10 лет ездим на море с собачками и находим. Поэтому, ребят... Хозяева любят собак, да, но нам приходится, любят. Конечно, потом ездить туда в те же места, потому что потом заново искать собаками очень сложно. Да, очень сложно, потому что пока вот тебя не пустят потом один раз, они уже знают, как твои собаки ведут, гавкают, они не гавкают. Да, потом уже мы... Вот у нас собаки, например, у нас даже люди не знали, что у нас собаки. Если, конечно, дети начинают бегать, они гавкают. Вообще они всегда у нас, я за ними всегда убираю и, в общем, сами ищите, сами находите. Мы в Генгорке, как и хотели. Вот и морешко здесь такое. Прикольно, Валера ж фоткает. Так, ладно, пойдем постелимся, да пойдем пройдемся. Так, ну как вы поняли, мы в Генгорке. Мы находимся на пляже Папа де Море. Здесь вот рядом другой уже начинается пляж. Вот такая вот фигня у нас, 21 или 22, блин, я все время забыла, какое с ним число. Капец, я такого не видела. Вы говорите, в Генгорке мелкий пляж? Смотрите, тут... Он еще мельче, мне кажется. Я вот иду. Вот она я. Иду. Я этот запах мертвых медуз. Ой-ой-ой-ой. Мне что-то здесь, если честно, ребят, не очень. Наверное, мы сейчас нырнем. Не знаю, может, перекусим, уезжаем отсюда. Куда-нибудь на канал, на залив. Сейчас только с Валерой пройдемся. Он хочет посмотреть, что там продают. По-моему, мы там как раз на великах были, вот там вот центральный еще какой-то пляж рядом с Папа де Море. Ну, короче, я, если честно, в шоке. Я почему-то думала, что здесь что-то среднее между Счастливцево и Геническом. Вода, видите, медуз, это же мутненькая. Фу, и запах вот этот рыбный. И смотрите, получается, я уже сколько прошла. И сейчас опять там начинается мель. Видите, вот мужчина идет. Только мне еще до него нужно дойти. Вот девушка идет. Да. Что-то не впечатлило меня. Генгорка, конечно, домики на нынешний вид у них красивее. Все равно медузы вот тоже присутствуют. Опять же, еще раз повторю. Сегодня мы в Генгорке. Вот, смотрите, вот такая вот длина. Ой, глубина воды. Вот такая глубина воды. Вон там вот
сидит Валера под желтым зонтиком оранжевым. Я, короче, в шоке. Я не знаю, мне не нравится. Это мое личное мнение. Личное мое мнение. Во-первых, здесь жилье намного дороже, чем даже в Счастливцево, говорят, здесь лучше, ну, такое жилье, потому что здесь у них так по-современному уже настроено все. И такие медузяки плавают. И вот такая вот мелька. Ну что, тебе нравится тут? Да, мелко. Мелко. Хуже, чем Геническое. Геничек я так вышла, уже у меня вот так воды. А тут... Смотри, полдня идешь? Да. Сейчас поедем на вот тот карьер лучше, на речку переедем, на вот тот залив. Ну, то лучше туда, действительно. Сейчас искупаемся и поедем. Да, хорошо. Сейчас такая водичка чистая. Давай, да. Поедем туда. О, видите, даже родителям, которые ездят в Геническое. Ругаются. Что ты там? Ой, смешные старики. Ругаются, короче. Тоже родителям не понравилось Венгорки. Так что, ребята, смотрите сами. Выбирайте себе сами жилье, где хотите. Но, если честно, пока мест мне здесь не нравится. Мы, конечно, на великах проехались чуть-чуть. Фу, и такая что-то водичка сегодня не очень. Как бы я вам тут морюшко снимала? Здесь вообще я не морюшко. Это пляжи сколько? Сколько здесь людей? Не, ну здесь, наверное, есть тоже свой какой-то плюс, что здесь очень много кафешек. Очень много. Я смотрю просто, не одна на одну. Вот медузяки наши друзья приплыли. Очень много. Вот мы сейчас пойдем с Валерой все-таки пройдемся, раз уже приехали. Сюда мы долго не могли доехать, не знаю почему. Сегодня мы доехали, но уже воспользуемся случаем. Еще раз повторю, вот смотрите, сколько идти. Идти очень долго. Так что выбирайте сами. Как вам? Как вам домики? Тебе ничего не напоминает? Харьков не напоминает? Как мы вот там едем на речку, да, на Алексеевский этот парк. Просто такие домики, как нет, будто. Ну как на речку мы вали. Алексеевский парк, гидропарчик. Не знаю, я там не где-то где-то. Ну там райончик. Ну там райончик. Там сейчас не сектор, а это мне напоминает вообще другое. Прикольно. Вот эти вот на Арабатской стрелке все пансионатики. Вот, смотри, домики. Настроены. Мне напоминают простые жилые дома, блин. Вот что мне напоминает. Двухэтажные? Да. Так, решили пройтись. Это сзади по Падеморе, вон, видите, вход, выход. Мы решили пройтись чуть-чуть по пляжику, посмотреть, да? Да, вон, смотри, видишь, баклажечки. Я? Вот так. Опа, опа. Ну что, тебе нравится вообще? Давай сюда, если ты людей спрашиваешь. Я просто однолюб. Я привык, вот, где я был, и все. Если бы я сюда попал, пожил, может быть, мне тоже начало мне нравиться. Мне не нравится здесь. Я однолюб. Вот я попал надоело, в Счастливцево, ага. Все, я теперь... Мне вот честно скажу. Там Генически как-то послучилось, что, видимо, мы полюбили Генически. Я думала, что самый ужасный пляж Генически, как там писали, сколько писали, что это ужасный. Нет, самый ужасный. Ну да, по красоте, конечно, зонтиком. Пошли, молодец. О, смотрите, где люди прячутся. А где же навесики? Ёпарасы-то. Не, где людишкам бедненьким? Под ну, деревом под одним. Платные вон есть. Все под одним деревом, видишь? Здесь пляж гораздо мельче. Что вообще нет? Мелкий. Полдня идешь. Не, мне стало плохо, короче. Я иду. Я теряю сознание. Там дохлые, вонючие лежат. Ну, дохлые медузы сейчас везде. Ну, вы все видели сами. Я не буду обманывать. Чем брать? Если ты прошла, замерила? Нет, так для нас, знаешь, для кого говорили? Для тех, кто гонит на Геническое. Вот. Да. А так вообще, ну, она же не, ты же не выделяешь? Нет. Ну, не хуже, чем Геническое, правильно? Нет. Песочек, ну, здесь песочек. А так вообще разницы нет. Идешь, ну, тоже, я тоже шел, так и не дошел. Здесь по поезду. Много кафешек, всяких пляжей, всяких домиков. Ну, тут все равно... Я не спорю, здесь цивильный. Не, ну, тут пляж получше, конечно. Не надо. Тут смотрите, я имею в виду море. Курорт. Просто столько было сказано по поводу моря. Море нет, не лучше вообще. Лучше Геническое море, чем здесь. А пляж, наверное, лучше все-таки здесь. Что, море смотри, лучше в Геническом? Да, смотри, тут даже. Ну это сегодня. Идти. Море же разное бывает. Сегодня такое. Ну какая разница? Говорю, полгода я шла, и мне плохо это стало. Ты про что говоришь? Вы про что, люди? Я правда думал про чистоту. Я иду вот так, вот и мне даже упасть не было. Я думал, что за чистоту моря ты говоришь.
Оно сейчас везде грязное, везде медузы. По всей Арабатской стрелке медузы. Хотя в Стрелково мы купали. Ой, на горячем источнике купались. Почти не было медуз, да. Это да. И там мне понравилось, хорошо. Водичка хорошая. Ладно, пошли. Да, видишь, мусорные баки стоят. Не, ну а то они через 20 метров. Смотри, опять. Как цивильно. И написано, смотри, какая длинная. Это я не спорю, я ж не говорю. Там... Ну так это же мы только начали с Папа-де-Море, там еще это и набережная. Вообще, она, конечно, больше. Ну, конечно, иди. Да. Тут, наверное, вечером вообще все бахает. Ну, тут он сам по себе больше, да. Наверное, чем... Ну, как-то так. Мы сейчас не туда выйдем. Куда не туда? Не, мы сейчас выйдем там, где мы были, вон. Ты думаешь? Да, я же вижу уже. Вон, смотри, какие стоят. Тут опять те же игры, да? Все тоже, а турник, можешь? Вот у нас какой-то... Капитошка, одно место сидит. Это в смысле, одно место на лавочке или что? О, видите, это целый. Вот. Вот на коньках с юмором, тогда молодцы. Болт мокрый, идет дождь. Понятно, ладно. Я же тебя смотрю, но ты не знаешь, как я выгляжу сейчас. Ты меня подругу не видела 13 лет. Она, да я тебя знаю, а ты что думаешь, я тебя не узнаю? Это мы на базар идем, правильно? Ну типа да. Ну вот здесь вот. Вот здесь же мы были тогда. Я говорю, здесь, конечно, солидненько, горочка, смотри, все. Ну, тут насыщеннее, да, больше. Тут они еще, ну, здесь все рогатки, там что. Вон рогатка, видишь, далеко. Мне еще кажется, что для молодежи очень здесь классно. Здесь больше вот этого движения. Ладно, мы с вами можем говорить вообще, это чисто свое мнение. Сами решайте, мы просто показываем все. Что, не надо ничего говорить, конечно. Ну, мне понравилось, сегодня море не понравилось. Мы переночевали бы, утром проснулись бы, понравилось. Но по глубине не то. Вот и все, на. Ну да. Или думаешь, надо снимать? Шаурма. А сколько шаурма стоит? 52. Ну, тут прям делается. Тоже шаурма. Ну да, в этом плане, конечно, здесь всего и побольше, если честно. Напишите в комментариях, Валер, идет эта шляпка. Если ты эту оденешь, я тогда свою черную одену. О, видишь, особенный человек. Ну, тебе такое не идет. Тебе такое, это не твое. Что, тельняшка показалась? Game over. Так, салаты, базар, конечно, да, в этом плане круто. А что тебе показалось, что тельняшка, да? Практично майка. Под названием полосатая майка. Тельняшка. Чтобы, блин, ее можно было носить каждый день. Молочные коктейли. Лимонад. А видишь, все-таки, когда мы ехали на велосипеде, все не так. Ну да. Сейчас, когда медленно идешь, более все можно разглядеть можно. Тут он сидит, видишь? Ну это ж база. Это же вот эта 100-метровка чего стоит. Ну да, круто. Да, а где мы встречаемся? Не знаю, он сказал, что выйдет на центральную аллею. Все заново, да? Что, вы тут нагулялись уже? Да. Или еще нет? А куда мы, да, там уже нагулялись. Там мы так, я Вера. Ну я тоже. Нет, я Валеру ни разу не видела, я только по рассказам видела, помню. Видела. Когда? Ну, а свадьбе? А на свадьбе. Когда нам день на день рождения. Кто был не Валера, кто был другой чувак. А куда вы там еще ничего нет? А мы просто до... Может, по пляжу прогуляемся? До конца сейчас. Да, до конца. Нет, а мы тут были, ну пошли назад. Пошли назад. Вот такой, знаете, к вам, вы типа...
Харькове не могли, да? Нет. Вы специально заехали за 500 километров от дома? В жару? Там не ближе? Там не ближе. Сейчас нет. Ну вообще, как так? Объясню. Как такое может быть? Потому что она работает, у нее ребенок. Нет, просто дело в том, что... Не, у многих, я думаю, что у многих такая же история. Дают о себе знать, лохман. Прикольно. Посмотрите на эту, обратите внимание на... Женщину? Женщину, которая попа есть и мозг. Вообще, реально, вы видели такое? То есть это как культура женщины и рыбки. Это попа у нее, да? Попа, реально попа есть. А хвост? Хвост ниже попы. Третий год подряд. Я думаю, здесь было, мне очень классик. Второй год была с подружкой, с сестрой родной. Ну, мы, конечно, с сестрой. А, уже третий год, да? Да, сейчас третий. А в этом году я попросила с Оксаной, Оксана говорит, я хочу с вами поехать, у нее нет загранпаспорта. Я получила загранпаспорт с такими проблемами. Там такие хамы сидят в этом новом центре, просто жесть вообще. В банке... А зачем тебе паспорт загранпаспорт? Хотела куда-то сюда? Съездить, хоть куда-нибудь. Хоть вот пока. Скажи, вот пока я не забыл, и у нас еще там не закончились эти пленка. Вот ты уже как опытная тут, да, типа, как сказать, пользователь Генгорка. Мы просто, да, один раз заехали, вот первый раз, да, купались? Да, мне не нравится. Вот твой отзыв можешь сделать вот за 3 года? Что нравится, что нет? Мне нравится здесь тем, что ребенок бегает где хочет. По воде? Реально, вообще. У тебя ребенок, да, есть? Ну, да. 6 лет. Ну, это я для зрителей. Да, я могу за ним даже не следить сильно. Мелко, потому что. Ну, я сидишь уже полдня. Я лежу на лежаке, я спокойно отдыхаю, жарю пятки и знаю, что мой ребенок, ну, никуда не убежит вообще. Если мы поехали в Счастливчиво сегодня, там глубоко. Там сразу чуть. Да. Единственное, что в этом году медузы. Это просто жесть какая-то. Да. Я вчера укусила медузу, ужалила. Тут такие вот ожоги такие, как после крапивы крепкие. Она говорит, ну если бы тебя укусила, то ты бы, наверное, плакала. Скорую вызывали, боже. Я скорую. Она как будто с чужой теткой раза. Не узнаешь, да? Капец. Другая? Изменилась? Я еще татуажи куча сделала, но я еще... Еще что, кроме воднос? Морем понятно, ребенок, все. А вот вообще, ну расскажи, что тут есть? Здесь нет пьяных, здесь нет негров. Вообще, это такой... Неприятных личностей, которые... Ну, тут семейный курорт, да, типа, да, вот семьи, да, в основном. Да. Нет тут молодежи, которая там бесится все ночь. Вообще нет. Я вообще ни разу не видела ни пьяных драк, ни каких-то разборок, ни какой-то неприятной ситуации. Да? С детками. У нас во дворе, я сижу во дворе, я ребенка не вижу сутками, ребята. Класс, ну это я да. Я вообще его не вижу, потому что он во дворе. Мне кажется, это вообще ко всей арбатской стрелке такое. Да, потому что мы уже были и в Счастливцево, и в Денишке. Вот. Мне кажется, Кирилловка это обличается. Там сильно много молодых. Более молодежный курорт Кирилловка, да? Тут именно семейный отдых. А я до этого отдыхала 4 года. Я была не 4 года. Смотри, я родила ребенка, я никуда не ездила до 3 лет. Когда Роман исполнилось 3 года, мы поехали в Затоку. Очень холодно. Ага. Там просто вода холодная, наверное. Мы уехали на 4 дня раньше, чем должны были. Там очень холодно и очень... Было тогда, и такое, да? Вообще неприятно. Сейчас мне видишь. Вообще не понравилось. Вообще. Ну, раз вы уже сюда третий год приезжаете, значит, все-таки тут лучше, да? Угу. Ну, смотри, сколько кафе. Ну, да. Мы ходим только там в восточную кухню, там очень вкусно готовят, они сами пельмени сидят, лепят да? Сами, да. Не, ну ничего, так нормально. Там, ну вот тут в базаре. Душек, хочешь душек? Ой, я бы так вообще... Не, прикольно, да. Обратно пошли. Так а вы сегодня поехали просто покупаться на волнах? Да. Мы думали, что там меньше медуз. Счастливцево, да? Угу. И мы там были, что же там мы не пили? Я реально про медузу знала только после того, как посмотрела ваши блоги. И мужу говорю, там медуза есть. А давно ты смотришь наши просмотры? Там я не знаю. Первый, второй, третий, то есть как бы просматривается. В смысле, с этого года? Или нет, вообще из истоков, самых-самых. Ну, год назад. А у них, говорит, там просмотров 50 человек. Что ты смотришь? Я говорю, тебе какая разница? Тебе интересно, не смотри. Потом он уже мне у нас покажет. Такое было? А нет, он такой, знаешь, такой... У вас такого не было? Ну, у нас 50 не было никогда. Ну, изначально, 300, я смотрю, 500, я включила. 600. Ну, она включила первое. Я 50 просмотров. Я понял. Еще просмотры набирать. Я думал вообще... Потому что, говорит, типа... Что ты смотришь? Потом уже сам такой, знаешь, за плеча. А, он же не знал, что это знакомый, да? Да. За плеча, дай посмотреть. Дай посмотреть. А я такого... У тебя есть YouTube, бери, смотри. А я только по фоткам. Хорошо, что есть интернет. Хоть видишь, как у человека ребенок растет. Да, скажи в Инстаграме, как ребенок развивается. Как она вышла замуж. Как муж ширится. Не, ну прикольно, да. Все мне рассказывают, я пойду на тренировки. Вот увидишь, завтра же. Вот пугает, да? Да, пугает. Вот только пугает. Аня пошла с подругой еще погулять, пообщаться, а я к родителям заберу родителей
на машине переедем и там встретимся возле Азова. В общем, как-то так мы решили. А чтобы не ходить, потому что там родители под солнцем лежат, наверное, уже зажарились, запарились. Вот как-то так. Ну, вот вам и Гингорка. Вот смотрите, какие домики сдаются интересные. Так заинтересовало меня, мимо бежал, смотрю, так тут на пляже прямо живешь. Как-то так, видите? Ну интересно. Может, кому-то будет интересно. Смотрите, вот звоните, спрашивайте, почем, что. Как-то так. Не знаю, не знаю. Стоит подумать. Как по поводу тишины, конечно, не знаю, ночью, но... И что-то в этом есть. С комнаты сразу раз и в море. Вот видите, хорошо здесь по пляжу души стоят. Что даже не хочешь в море, пошел в душ и встал. Вперед. Может и мне пойти? Пойду и я по смыслу душики в похват. Блин, класс вообще. Офигенно, это кайф, честно. Лучше, чем море, блин. Вода холодная. И, кстати, не вонючая. Как генически не пахнет вообще. Такая вообще. Я бы, если честно, вот я бы, наверное, в море не купался бы днем. А чисто в этом душике. Так, такой напор хороший. Так что это плюс, да, это плюс большой. Гингорки плюс за такие души. Я, кстати, не знаю, генически на пляже есть такие души. Я что-то не видел. Завтра пойду искать. Может, тоже есть. А я вот это зря тут. Ну, один вроде был. Не знаю, их работает или нет. Ладно, пришли опять. Это пляж Папа де Мора. Сделаем вам чуть-чуть рекламу. Тут, видите, у них выступают артисты всякие. Вот будет в августе полиграф Серега. А сегодня, кажется, эти... Как они? Ну, вы уже не успеете, наверное. Блин, время истекло. Тут выступать у них где-то видно, какой-то концертный зал есть. Так, там где-то родители уже, наверное, зажарились, что папу не вижу. Короче, пришел на пляж к родителям. Мама лежит под зонтиком, лежала. Папы нет, блин. Я уже тут полчаса, короче, сижу на солнце. Мама пошла папу искать. Бред какой-то. Аня там где-то с подругой Верой ждет нас, а мы тут папу ждем. И вообще неизвестно направление пропал. В общем, вот такая вот история. А мы на пляже. Кто знает, кто узнает. Гингорка. Странные, странные ребята. Будем ждать, кто первый придет. Или Аня уже сюда аж дойдет. Или мама папу найдет, или вообще неизвестно. Или я сейчас пойду всех искать. Ладно, не переключайтесь. Продолжение истории следует. Очень интересно, чем это все закончится. А что вы тут делаете? Что вы тут делаете? Короче, все нашлись, да? Я так поняла, все потерялись. Всех нашли, приехали. Приехали на это. Приехали на наш любимый канал. Вот, видите, канал. Смотрите. Ваш любимый канал приехал. Да. Ваш любимый канал приехал на любимый канал. Смотрите, потому сколько здесь людей. Как ни крути, а здесь самая лучшая вода. Самая чистая, без медуз. И самая глубокая. И теплая, и прохладная, и свежая. И вообще, и течение. Постоянно обновляется вода.
Да, так что все нашлись, все, будем и сейчас... людей достаточно, как бы не сильно много и не мало. Будем ехать сейчас домой, да? Да, вот так сегодня мы прокатнулись. Прогулялись, прокатнулись. В общем, всем спасибо за просмотр, кому понравилось вот это видео. Нажимаем лайки. Спасибо за просмотр. Кто не подписался, подписываемся на нас. Кто не подписался, я не виноват. Я не виноват. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Придумал, я после этого, как она называется? Поговорка, скороговорка или как? Раз, два, три, четыре, пять, я иду снимать. Кто не подписался, я не виноват. Кто не спрятался, я не виноват. Будет, такой будет это, речевка нашего зачем? Канала. Кто не спрятался, я не виноват. А, я иду снимать, кто не спрятался, я не виноват. Я не виноват, снимаю все. Да, прикольно. Все, ну, все. А кто не подписался, я тоже не виноват. Все, всем пока.